для наклеивания полосы из ПВХ. Для того, чтобы избежать перемазов, очерчиваем контур полосы на изделии. Затем, после того, как обрисовали, обведем края малярным скотчем. Затем, после того, как контуры обнесены скотчем, намазываем поверхность клеем. Клей горячий, клеится только с помощью пены. Намазываем поверхность, которой приклеиваем, и изделие, которое будет приклеиваться. После того, как клей нанесен на ПВХ и изделие, надо подождать примерно 10-15 минут. После того, как клей подсох, снимаем скотч. После этого подогреваем поверхность в одну сторону ленты и аккуратно по контрам наносим ленту или изделие, которое вам надо приклеить. После этого приглаживаем мешка валиком. После этого нагреваем ленту, но не очень сильно, чтобы избежать пережогов. И после этого, как можно с полусилу, прикатываем ее. Все, лента прикатана. Даем остыть примерно полчаса.